Ну вот она. Ее бросили вчера вечером под эстакадой. Что-нибудь нашли? Да, много чего нашли. Судя по следам биоматериала и образцам волос, в машине устроила оргию компания старых вонючих бомжей. О, боже. Да. Да. Знаете, как такое у них называется? Суп для бедных. Жесткая такая тема. Вскоре после них пришла беременная енотиха и разродилась на полу машины. Плацента размазана по всему заднему стеклу. Господи. А под занавес пришел еще один чувак и зловонно нагадил на водительское сиденье. Думаю, он знал, что вы копы. Потому что я бы назвал это злобным высером. Все это вы установили по образцам волос и жидкостей? Да. А отпечатки пальцев нашли? Нет, ни одного. Мобильник нашел. Это мой. Следы борьбы, использованные презервативы? Нет. Поверьте, в этой оргии все участвовали по собственному желанию, да еще какому. Они даже записку вам оставили. Спасибо за траходром. С любовью, грязной майкой, парни. Вот что мы нашли. Дюжину неиспользованных лотерейных билетов. Отпечатков пальцев нет, держите. Ужас, конечно. У меня самого Prius. Зверь-тачка. Это первая машина, которую я купил новой. Нашли оленью вагину. Что? Сначала приняли за человеческие губы, но потом присмотрелись. Точно, оленья вагина. Привет, парни. Как... Привет, парни. Мы тут решили устроить групповушку в красном Приусе. Если хотите, присоединяйтесь. Ты к этому Приусу и близко не подойдешь, понял? Послушай, нас тут куча бомжей. Насуем друг другу пальцы в жопу, сядем в чужую машину, врубим радио на полную. Чудесный будет вечерок. Нет, спасибо, как-то не привлекает. Давай перефразируем. Сейчас мы такие горячие старички сядем в тачку и насуем кое-чего в кое-что. Это вы, что ли, грязная майка его парня? А ты откуда знаешь? Вы оставили в машине записку. Полиция, говнюк. Он коп, сматываемся. Дёру, мальчики, это копы. И потритесь хрена моего машину. Ты из моего красавца Приуса черт знает что сделал. Мы все равно трахнемся у тебя в машине, обещаю. Мы решили не светить мое настоящее имя и придумали кличку Аллигатор. Ты был шмаровозом.